Привет, осознанные! Покажу вам очень короткий комплекс от Холки, который вы можете выполнять на работе, встали, не знаю, там, на принтере, да, что-то распечатать, пока принтер печатает, сделали. И можете так делать 3-5 раз в день. И скоро заметите результат, буквально через 3 недели вы заметите, что холка уменьшается, если вообще не уменьшилась, в зависимости от изначального состояния. Меня зовут Орлова Даша, вы находитесь на моем канале, где я делюсь своими секретами молодости, красоты и здоровья, и сейчас показываю просто огонек комплекс. Давайте встаем. Итак, вы встали, ваша задача поставить пальчики четко параллельно друг другу, стопы параллельно друг другу и направить их вперед. Далее. У вас должны быть присогнуты колени, это очень важно. И из этого состояния мы с вами делаем следующее. Мы подкручиваем таз так, чтобы он, вот лобковая кость, да, лобковую кость найдите, представьте, что она у вас начала тянуться вот сюда вот к подбородку. Тянете, тянете к подбородку, при этом ваша задача не стараться помогать себе ягодицами, ягодицы не поджимайте. Подтянули. Да, настолько, насколько возможно, максимально. Посмотрели на тазовые косточки, ручки положили, они у вас должны немножечко наверх смотреть, это называется заднее положение таза. Ага, теперь вытянулись наверх через затылочные бугры, максимально представили, что у вас через затылок растет крона дерева, и вы вытягиваетесь наверх, наверх, наверх. Уже приятное растяжение в области позвоночника, скорее всего, почувствовали. И теперь из этого положения с выдохом сделайте вот такое вот движение. Назад ручки отведите и начинайте их выводить вперед, 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 наверх, 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 наверх и соединять предплечьями. У вас целуются, да, поженились сейчас предплечья, поженились ребра ладоней. И вы вот в таком вот положении фиксируетесь, стоите, взгляд направлен не на ладони, а приблизительно где-то на середину предплечья. В этом положении постояли некоторое время, да, возможно, коллеги удивятся тому, что вы сейчас делаете. Вот, но предложите им просто поработать вместе с вами над холкой, над этой бедой офисных работников. Хорошо, сделайте вдох в межлопаточное пространство, а с выдохом представьте, что вы сильно-сильно еще удлиняете позвоночник. Вниз он как бы тянется за седалищными буграми, наверх за затылочными. Вдох-выдох. Прямо растяните себя в две стороны с выдохом. Мягко выйдите из этого положения и сделайте основное динамическое упражнение. Но с этого мы обязательно начинаем, да, чтобы во всех четырех плоскостях растянуть нам район седьмого шейного позвонка. Так вот, следующее упражнение, которое динамическое, оно выглядит таким образом. Ручки укладываете на плечики, плечи растягиваете в стороны, опускаете вниз, сильно-сильно тянете в стороны. И здесь вы делаете выдох. Сводите лопатки, не прогибаясь в пояснице. А теперь укладываете из этого положения руки тыльной стороной ладони на бедра и делаете вдох. Стремитесь свести локти. С выдохом снова ручки. Вниз опустили плечики и снова вперед, вдох. Колени могут быть присогнуты в этот момент, это будет комфортно и удобно для вас. И при этом плечики всегда стремятся вниз. Не подтягиваются к ушам. Отлично, хорошо. Вот несколько таких раз, ну примерно 10-15, с повторами 3-5 раз в день, и у вас от холки, поверьте, не останется и следа, особенно если она у вас была такая, знаете, в зачаточке еще. Попробуйте, напишите мне в комментариях, какие у вас ощущения. Кстати, после этого комплекса еще будет очень здорово, если вы потянетесь. Можно захватиться за что-то, да, и потянуться спиной назад, так, как будто бы вы вот капюшон кобры раскрываете сзади, или просто поставить ручки перед собой, сделать вдох и за руки потянуться вперед, а за лопатки назад.
от этого вам будет еще комфортнее. Если вам данный комплекс понравился, то обязательно подписывайтесь на мой канал. А если хотите тренироваться вместе со мной, улучшаться день изо дня, то приходите ко мне в «Конструктор красоты», ссылка на эту программу ниже. Там мы работаем с телом, с лицом и с шеей. И не забывайте ставить колокольчик, чтобы не упускать следующие мои полезные выпуски. Пока!